остренького этого шрирача, потом положил орехового соуса, положил табаско чуть-чуть, порезал оливочки, порезал помидорочки, накрыл булочкой сверху, сделал кусь. Боже, как мне хорошо. Это такой кайф. Что тут у нас? Ага. Угу. Ага, ага, ага. Ну ладно. Что за фудпорно в прямом эфире? Ну вот как-то так. Блин, ну ништяки на то и ништяки, чтобы ими делиться. Но там немного до топ-20. А, ничего себе. О, Дарк, спасибо, я эту ссылочку сохраню. Полезная. Она же, наверное, актуальна и в следующем сезоне будет. Кому интересно там следить за рангами? Вот это неплохо. Вот это очень неплохо. А я сам в мясном работаю. Тоже такие котлеты делал. По 430 рэ продаем. Слушай, я две котлеты купил мираторговских за 200. Что-то там такое оно стоило. 200 или 250 максимум. 430 дофига. Чё-то дофига. Да давай все по два играть. Чё ты стесняешься-то? Ой-ё, шире вселенной горе моё. Скорее всего, она обновится. Будем мониторить у китайцев. Окей. А, 430 за КГ котлет. Не, ну тогда вообще норм. Не, там за две котлеты, то есть, ну сколько там, наверное, граммов 200. Ну не знаю сколько, ну то есть, да. Тогда вообще норм. Ну, это, конечно, не то, что я хотел. Это два Мирана, Белка и Бист. Могут подраться во славу плети. Да давай. Да давай. Серьезно? А Квина это сколько ММР? 4500? Блин, Габелка, я не знаю, сколько ММР Квина. То есть, как это идентифицировать? Лазеры там всякие хуязи. Ну ладно. Не забиваемся пока голову раньше времени. Тинкер возьмем. Хотя вряд ли он мне понадобится. А Марс втанчит больше Клокверка? Думаю, что да. Потому что урон есть, нужно просто втанчить. 4640 была где-то, читал. Я не знаю, я... Ну, то есть... Пофигу. Вонючка. Лучше сейчас утащат Мирану и съест, да? И этот еще накинулся, реально. Ух, было страшно. Было, 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 но прошло. Помогло мне мыло и кое-что еще. 3380 нашел, ну... Окей. А можно, в принципе, если заморочиться, попробовать посчитать, но... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Туру-туру-ту-ту. Так, ну и что мы имеем? 3 голды. Если побеждаем, продаемся. Победить будет сложно. Джаггер даже успел покрутиться чуть. Стрела. А чё она со стрелой зависла? Да продаем, конечно, тогда. С бабки-то они на дороге не валяются. Надо снайпера находить. Лол, там лимит 10к ММР. Сомнительно доверять. Лимит. Короче, расскажет, ребят, есть что-то важное. Я пока не в теме. А что тут у нас? Брецаки. Ну, лаш. На прухлоте. Не, я, конечно, поставлю фигурку. Кусика жаба душила ставить. Этот, но этот тоже не нужен. Вряд ли я здесь буду играть. Хотя. Как пойдет. Надо посмотреть, что за билки перед десятки мы сидим. Меня это более чем устраивает. Дарк там что? Ассасин. А будут игры с чатиком? А как ты думаешь, кто все эти ребята вот в этой правой строке на экране? Мы есть чат! Имя нам Легион. Ай... Я думал о том, что сейчас, если убираю вот этого, ставлю это, мы побеждаем. Тогда у меня продолжается, ну, то есть плюс 20 голды. Кого Пуджи вытащит здесь? Мирану? Как задрали эти Пуджи? Особенно с кусиками, да? Ну, конечно, Мирану. Че ему размениваться-то на всяких? Мирану, отомсти ему за все. Я мстю, и мстя моя будет страшна. Бдите просто с глаз моих. Вот это отдавать, конечно, не хочу. Ничего не хочу. Я бы один ролл нажал. Ладно, еще один и все. Кто спиликал всех снайперов? У меня вот огромный вопрос. Ну, кстати, без дума я, может быть, и не подрался бы здесь за стрик. Всем привет, здорово, рэп ассасин. Ой, дарка, да там сины. Сины. Это интересно, здесь что эти? Короче, хрень на бикрень. Ничего не дают, поехали дальше. Ну, дума я скипать не буду. Он с нами еще может постоять. Ханта у меня есть 4 штуки. Интересно, да, найти снайпера, позже дума. Телескоп собрать, собрать Т2 Мирану в третьем раунде, не, ладно, в четвертом. И все. Русскоязычный сайт аж забили на тему, забили, а что делать? О, ну нет, 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 бесты, очевидно.
Я думаю, что это самое сильное, пока мы не закрыли Хантера. Но ролл... Ну ладно, один. Ролл нажимать не хочу. Гоу так смотреть. Ну, как, во какие планы на 4 выходных. Ну, я и говорил, что у меня там тусовки с друзьями. Хорошее времяпрепровождение. Только тут вами рано. Стрела в кого полетит? О, идеально. Идеально. Теперь даже шанс победить это есть, да? Уизи. Без дума точно просирали бы. То есть либо Тинкер, либо этот должны были быть оба нейтрализованы. Оба. Прям банька. Банька обязательно. Банька у меня каждую субботу, независимо от ни от чего такого. Дроука. А, вряд ли Чен. Лоник интересный, но думаю, что нет. Все окей. Пока что так стоим. Сезон шашлыков пора открывать. Я ничего против этого не имею. Я вообще за, чтобы пойти и что-нибудь там пожарить. Это я дело люблю. Причем в последнее время я как-то не очень люблю шашлыки. Там либо стейк какой-то пожарить, либо бургеры сделать. И, кстати, открыл для себя раньше, терпеть не мог люля, а сейчас вполне ничего, хомякаю с удовольствием. Стейк полезнее. Стейк, конечно, полезнее, но и дороже стоит. Шашлык, шашлык-то ничего не стоит. Опа. Тут, конечно, да. Сегодня уже замариновал, на завтра шашлык. Это хорошо. А давай один ролл. Ладно. Дарк еще должен быть слабый. Хотя станчик откровенно неприятный. Сларк там, да, разошелся. Ассасины! А особо, если удастся найти нормальный томагавк. Я ни разу, кстати, томагавк не ел. Ну дай что-нибудь, игра. Ну, хоть какой-то ап. Вот так он, да, стоит там. Ну, давайте так подеремся. Дерево придется отдавать, если мы с Влада стрик не сбиваем. Но Влада стол-то неплохой. Падж Эгг. У нее есть планы, она хочет им воспользоваться. Ну, должны, должны. Четыре нежити пуджит страшно, но... Но пудж в думе, а мы пуф-пуф-пуф. Пуф-пуф-пуф-пуф-пуф-пуф-пуф. Пиф-паф-пуф. 3, 4, 7, 8, 9. Не хватает одной монетки, жалко. Шампиньоны маринованные на мангале тоже топ. Я не маринованные делаю, а шампиньоны обычные делаю. Просто там помыл, почистил. Помыл, почистил. Надо что-то выставить. О.
Блин, можем не дефнуть, да так? Я тут еще взял, убежал. Снайпера убили. Серьезно? Абадон там, конечно, старается. Не, вроде расчехрили. Фух. Попробуй с соевым соусом и чесноком 20 минут в маринаде и на мангал. Учту. Так, эти мне не нужны. Второй телескоп собрать. Как вам план? Я думаю, херовенький. Вот это взять, мифрильчик. Без этого я пока обойдусь, без орков тоже. Дэмэдж по камеранке все отдать. И дум... О, думу, кстати. На-на-на-на-на-на-на. Стрик можно потерять, но я все равно, да, хочу вот это брать. Или не хочу. Надо подумать. В конечном итоге корона-то неплохо смотрится. И мясы тоже неплохо, да? Подрадик какой-то. Непонятно. О, Алла денег принес. На Абадона похоже. Не знаю зачем, но коль пришел, давайте возьмем. Хотя тут будет проблемно. Че, Влада, ты три пуджи уже у нас там есть? Нету. Здесь пуджи нежить какая-то. Здесь нежить. Не, надо скипать этих Абадонов. Подальше. Зря аркана не взял, да, пофигу. О, здравствуйте. Тут уже интересно. Тогда вот так хочу. Конечно, хочется медузу в 2 закрыть, но она же не придет просто так. А у нас там Даргир есть, да? Ну, типа, урона мы какого-то надыбали. Не, надо левел идти. Хотя хочется, но закрыть 2 фигурки. Но искать медузу в 7-м, это прям вообще пасос. Ну, 6 нежить. Нормально, там армия тьмы на подходе. Армия тьмы. Даркс, скорее всего, с меня стрик заберет. У него уж все для этого есть. Все для этого есть. И чем мы будем тут играть? Думаю, что да. Поехали. Каждый, да, на лицо сел. Дуску даже можно подальше отставить. Я не знаю, нужен ли этот инстакаст. Ну все, минус стрик. Жаль, жаль. Но он в нуле сидит. А почему в нуле? Тут воруют фигурки. А Кир в 7-м, фигня. Ну, то есть, если меня пробивать будет только Дарк, я вообще не парюсь. Здорово, Епрозик. Корона ведь будущий глыпнир и мант. Все верно. Все верно. Эй, игра.
Не шути так со мной. Мы серьезные ребята. Хотя, так, нормально. Сколько рейндж у нас? Рейндж 600. Рейндж 600 это дофига. Вот так вот, да, наморозит отсюда. Оп, за Пандарио 4 панды. Не очень бодро идет, но панды есть. Пока это оставляем, хотя на хантах играть откровенно не хочется. Но если вдруг шестихан шести нежить, с телескопом, об этом нам расскажут нынешние крипы. Могу его лапнуть в козу? Думаю, что этого должно быть достаточно. И, наверное, даже высоко не рейтить пуджа у этого дума. Здесь дум. Дарк, в принципе, много хп засейвил. Два тангуса, еще 40 хп. То есть пол хп и все тройки. Опа! Тут интересный предмет собрался. Ну, отсюда только Даргир. Пожалуйста, пожалуйста. Это могу отпустить. ВР Кали. Хочется медузу найти. Смотреть на экстабилку. Пока посмотрю. Мультикаст Виспы. Интересно. Всем хвостатым приветом. Здорово, Антонсон. Вот это надо скипать, наверное. Веника скипать и нежить сейчас закроем. Девятиханта зачем? Просто потому, что мы можем. Я не буду пока ВР-ку все равно брать. Шестихант, четыре нежить, четыре демон хантера. Как вам такое? Мне нравится пока что. Веник по сути не нужен, но так постою, подумаю. Вообще левел надо крутить. На 25-й будешь на звере, билку для этих менять. Не знаю, подумаю. Зависит от того, как я буду драться. Если я не буду побеждать, то смысл Даргира отсутствует. 2-2 пангольера с яйца, что ли? Что-то это жестко. Два-то два пангольера.
Зачем нежить с ДХ? Ну, оно просто нежить сама собой встанет. Среди ДХ две нежити. Не, вообще шестихан, шестинежит, мне что-то больше нравится идея. Раз, два, три, четыре, пять. Ну это тоже поменяется, шесть уже, да? Эту виверму топить мы не будем сильно. У чувака китайская аватарка. Можно не удивляться, откуда. Не, ну в смысле... Странно, что в этом лобби наролилось только пангольеров. Потому что здесь ла-ла-ла их пытается подбирать. То есть все что-то пытаются вытащить. Все что-то хотят, что не знают. Enchanted, I'm sure. No soul may elude my gaze. No soul may elude my gaze. Ну, конечно, лича не очень хотел тащить. Даже Никс мне нравится больше. Just sharpen my spear and I'm ready to go. Так, вот это у нас сменится. Надо взять Миранку. Дракона сейчас пока отпустить. И нежить закрыть. Я знаю, что я четырех нежит мог поставить, но уже... Чуть-чуть управление не справлялся. Хотя мы здесь большинство сильнее. Медузку бы вот вытащить было бы круто. С пуджами будут проблемы, да, судя по лобби. Ни хрена себе там пудж с Кримсоном. Под богами. Пойдете. Тоже пойдете. Если подкрутим левел, что я могу достать? Но ее пока ставлю. Тайда у нас не будет никакого. Девятихантер возможен. Игорюнь оформляет подписку. Первого уровня на 6 месяцев вперед. Этот пользователь подписывается уже 10 месяцев. Спасибо, Игорюнь. Мя-мя-мя. Обновление, то есть эта информация опять что-то грючит. Вот самая сильная хансборка. В лобби были одни 5 драконы. Ну, блин, Нага этот, понятно, что... Т3 ТБ, да-да-да. Через Wizard of Hunter закрыт. Жестенько. У меня есть Death Prophet, да, как красивый юнит. Есть там даже какой-то орк, который может пригодиться, но это вряд ли. Надо усиливаться. А, еще и Арквардин тут достал, да, в 8-м. Нормально. Минус раз. Минус два, три, четыре. Вот это подобрать, покрутить. Белки не будет. Наверное, стоит. Хотя девятихантера на какое-то время закрыть может даже выгодно будет, да? А, ну да, открылся. Нет, не хочу.
Надо чуть затерпеть. Сенатор Рома, привет, рассказываю. А, красный рецепт заказываешь, в избенке готовые блины. Их прям пачкой привез. Берешь сыр, скручиваешь в микроволновку. Звучит вкусно. Ну, это здорово. Девяти Хантер, да? 6, 7, 8. И брудка девятая. Ну, не буду я пока Duty Hunter ставить. Да и вообще не буду ставить Duty Hunter. Дискримина, спасибо большое за поддержку. Да, есть сложности сейчас с подпиской, ничего не поделаешь, но... Но спасибо за то, что в любом случае поддерживаешь. Панга, панга, панга. Жестко, конечно, три панга с Аркварденом. Собираем, раз на халяву Никсата еще нет. Не тебя только, да. Это пока скипаем. Жалко, что этот парень не собрался. Давай даже так. Тихо! Сори, пудж. А кто у нас? Никто не пострадал? А, просто пудж лишний. Вообще хорошо. Три голды. Белку надо продать, да и все. Молнии в Сларке. Капуста растет. Так, нам нужно найти спектру. Подожди, если я убираю, убираю без 100. 4, 4, 4. Наверное, да. Подождите, получается 5 хантеров. 6-7 этих и 3 вот этих. Без ТБ или без антимага. А что с сеном делать? На сена нужно 6 нежить. Больше, чем все остальное. То есть 10 крутить. Я думаю, что тут на всех нужна больше 6 нежить. И проблем никаких не будет. Ну да. Идею Демон Хантера, конечно, в башке подержу. Но упарываться в нее не буду. Ну, конечно. Так, вы, пожалуй, тут постойте. Снайпер далеко, Миранка далеко. Они мне точно понадобятся. 30-е крипы. Нужен ли мне Даргир за это? Думаю, что обойдусь. Давай этих лучше полутаю. Не думаю, что я бы убил двойных, хотя... Дровка, дракон.
Dark 80 Gold is Great World. Ни хрена себе ты разошелся. А, редисочки продал. Ясненько, понятненько. Не, не нужен тут Демон Хантер. Спектра нужна, Демон Хантер нет. Тоже не соберется. Смысла мариновать это нет. Точно может понадобиться. Ну как точно? Может понадобиться брутка. Это можно. И. Блин, настолько этих мясов просто можно всем по мясам раздать. Зарядку я одну не очень хочу еще дополнительно давать. Ой, как дурацкая стрела сейчас пойдет, да, зря проиграли. Все, теперь осталось только с Дарком драться. Странное, да, телодвижение было. Не знаю, насколько там БФчик есть. БФчика нет, есть шейкер. Шейкер это плохо, кстати. Шейкер это плохо, но мы подготовимся. Пудж Абадон. Не знаю, даже мне кажется, пуджа можно подбирать. Некр пудж. То есть спектра Винга не особенно нужна. Понятно, понятно, что ты будешь так стоять. Нашел чем удивить. Надо будет небольшую переразборку потом сделать и чиниться. Бам. Уважаемый визаж, а я не найду Даргир, мне нужно как-то реабилитироваться. Так, кто нам отсюда не нужен? Скорее всего, Бестмастер. Да, пока так. Enchanted, I'm sure. In green, I go. Here's puss in your eye.
Пока что так. Но это все равно самая выгодная билка. И не знаю, задесмиссим каких-то огров. Финал лобби Хантер Ассасин жестко, нормально. Так, а нужен ли мне пудж вместо вот этого парня? Наверное, нет, уже не хватает денег на это. Надо монополию успеть чуть подамажить. Последний от сундук. Дагон, Т3, Медузе. Нет, а вот это может пригодиться, да? Очень интересно, ни одной спектры. Так, у нас проблема сейчас шейкер, да? Шейкер и... А, кстати, Дагон. А Дагон вообще неплохая идея. Не надо юнитов искать. Блять, спектры-то что нет? Это меня прям душит. Мне не хватит денег собрать медузу. Я знаю, что там под меня уж шейкер давно поставился, эта проблема. То есть у Синань вот это вот контрить есть вариант только вот таким вот с очень сильным шейкером. И там Дарк просто под меня поставил шейкера. Ну то есть это абсолютно стандартная фишка. Ему в лейте только вот это вот этим вот. А в конце, чтобы... В финале, если бы в 10-м у него были проблемы, он может с этими синами еще...